или проникнуть. Преимущество этого лифта заключается в чем? Вот, два предложения. Едешь, вот-вот-вот думали, что он отвалится. Треск в лифтах был. Я, вот у меня на втором подъезде, еду до пятого, раз он, хлоп такой, и лифт останавливался. Нам на последний же этаж? Да. Мы же все равно все не поместимся. Современный лифт, который отвечает всем нормам и требованиям безопасности, значительно увеличена энергоэффективность данного оборудования, огнестойкость, антивандальное покрытие, также освещение и само пространство непосредственно в лифтовой кабине намного лучше, чем оно было раньше. Все есть.